Я ни разу в жизни не О, возьму. здорово, нахуй. Вот того, кто сделал вот эту вот лавочку, я ебал во все дырки. Пиздец. 70, that's crazy. Нихуя себе. Реально есть такое? Не, а сколько там? Я помню, как Коля пытался добить 5000 этих самых. Было, блин. Нихуя. Это тип телефон словил чей-то, нихуя себе. Легенда, смотри. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Оп, нихуя, блядь. Guess the car from its noise. Only a car guy. Вот этот трек, я, кстати, NK единственный, я его слушал, и нормально было. Но вот потом что-то пиздец. Ну вот это пиздец, я не могу, блядь, меня это так бесит. Райдер на туре, друзья, солянка, кусок пиццы, пол-литра морса. Сколько? 210 рублей. Нихуя. In Russia, cashiers don't say. В натуре. А что они делают? Ну, они, мне кажется, старые уже все, у них нет уже месячных. Или не все, блядь. Лопухом? А, ну, может, из-за того, что они в пиздецовых условиях, у них вообще нет месячных. Вот не задумывались? У них же, наверное, там рофло болезни какие-то хуйня. У них, наверное, вообще нет из-за здоровья. Лопухом. Листик подложила и пошла. А че? Белью, где красное вино. Надо будет еще стрим с рулем сделать. Выберешь. О. Шницель или баварские колбаски. Колбаски. Нет, шницель. Шницель. Борщ или суп с фрикадельками? Борщ. Чтобы вы понимали, у меня до стрима ни разу вот эти тиктоки с выбором с едой не попадались. Вот как только я запустил стрим, они начали попадаться. Тикток что-то знает. Малиновое варенье или варенье из черной смородины? Малиновая имба. С блинчиком, ой-ой-ой-ой-ой. Эклер или слоеная трубочка с кремом? Эклер. Слоеная трубочка. Эклер. Фреш бар или Милкис? Милкис. Докс, жди, сват. Агу. Вот же оно. Генсуха репостнули, пиздец. И это были вот мои три типа. Ой, блять, что-то грустно. Да, дома. Было. Я вертолет, блять. Извини, ладно. Да вы что, ебнулись? Что-то столько призаливов. Правильно. Надо мой покупать. Ой, блядь. А что это встал посередине? Они сейчас поцелуются. Ну пиздец. А чел, прикиньте, вот как в это, как это, собака, блядь, и собака, я не помню, как называется мультик. Хотел так же, как с макаронами сделать, а у нее не вышло. Все, отобрали, блядь. Так. Не знаю, по приколу. Я всегда так провожал, вот так. Леди и бродяга, да. Артист до и после. Соединенные Штаты занял. Да вы ёб...
Gabba gabba goo! I gotta slap up these kids, dog. I need you guys to step it up, dog. Gabba 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 goo! А чел записал его это самое и повторил. А реально так? Криб? Реально криб или нет? Да 100% нет, блять. Какой нахуй криб? Криб, блять. Гриб. О, это вот анимация девочка сделала крутую. Прикольно. Вот он, самый грустный пес. Боже. 15 тысяч, а если я сделаю за 15 тысяч, то что? Мне скажут, пошел нахуй, долбоб. Че это один в один? Вемка, у тебя девочка? А посмотрите, какая должна быть встреча подруг! Девчушки, давай, давай, наливай! Ой, ебать, что-то Людочке плохо стало посередине, ебать. Ну, уже сердца хватает. Это не Париж. SPB, блять. SPB, нахуй. SPB, блять. SPB. Ну, если бы ты был женщиной, в смысле. Ну, а? Если бы ты был женщиной, в смысле, я имею в виду. Ну, а, а в чем контекст, не понял? Договор подписан. Хороший эдит. Подожди, цитата, внимание. Было. Тест. Кто из вас? Блять, мне не с кем проходить, вот я это самое, блять. Вот я проходил раньше с ребятами в Китае, а сейчас мне не с кем, блин, я один. Внезапная цитата. Сижу. Ешь. О, а мне. О, можно. Так. Какая работа мне подходит? Пизда. Ну, сам себе на Audi, видимо, буду шины менять, блядь. Что ты выберешь? Оливье или греческий салат? Оливье. Чё за хуйня? Бред. Что, блядь? А, там вопросик, там типа рандомно что-то. Иван, на удивление. Было. Я бы ты на свои не кидал, муж. Так, я в Симсе. А, обновите ТикТок, пошел нахуй. Вау, какая радуга. Ууу, какая. Да, Артем? Да. Артем. Какая красивая, да, Настя? Машина едет. Настя, похуй. Артем, в камеру. Артём, смотри. Артём, смотри. Смотри на Никиту. Смотри на Никиту. Ну, нормально, Артём не на этом фокус давал, на радуге. Ой, сейчас что-то включит. Никто из вас сегодня не получает спокойной ночи, кроме тех людей, у кого... Да пошла ты. И что это? Его фамилия начинает... Хамстер. Ты ГСПД полетел? Тест, кто из вас? Иди нахуй. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки, да, и кстати я... Люда, садись уже давай сюда. Я вижу, там помочила. Да, помочилась. Помочилась? Оля, ну я же не хочу, чтобы яичницу жарить. Что такое? Подумаешь, тепленько. Да. Ничего страшного. Я там уже даже искупалась. Помочилась? Искупалась, блядь? Нихуя бежит. Вот дурак, сука.
Ладно. Мне всегда было интересно, каково долбиться с таким мужиком, у которого свисают живот и сиськи. Да это моя машина. Мамка, хуй ты это репостишь, блять. Я всем ЗП выплачу, кроме ее, чтобы, ну, она даже не приблизилась к накоплению такую машину. Какого хуя это, блядь, у меня делает? 32 лайка в рекомендациях, вот кто мне скажет? Ой, блядь. Из плюсов? То, что мы с Денчиком заобщались, Денис ровный пацан, я вообще не ожидал, как... О, а, это хорошее видео. Надо велик покупать, машину. Нихуя себе, блядь. Было, блядь. Что это за курица? Это в Китае такая курица. Они там прям с головой, прикиньте, курицу приносят, ебанутый, ну, отрубленный, нахуй. Те за стол приносят, и они хавают. Доброе утро, моя девочка. Спешу пожелать тебе самого прекрасного. Невероятного нас. Она в тарелку рыгает. Ты чё, блядь, охуел? Ты... Вот она свою кидал, муж. Я построил заводы рядом. А вот примерный список. Так, одежды. Ладно, давайте три смешных тиктока и оффую нахуй стрим. Согласны? Так. Ну, он сейчас кинет какую-нибудь, ну, штору, блядь, вешалку. Я не засмеялся. Как ты вычислила мои слабости, распознал мои сигналы. СОС! Я не вынесла этой сладости. То, что было между нами, это месть. Имба. Так, Владимир, что вы делаете? Малину хаваю. Это ложь. Мы... Новый тренд. Water bottle flip challenge. Владимирский централ. Сука, блядь. Ладно, это первый. Я теперь буду вместо неё. Она плавает в формалине. Несовершенство линий движется постепенно. У меня ее лицо и имя. Я только сейчас задумался, вот эта песня звучит как будто из рекламы какого-то, знаете, ну, Maybelline New York. Ну или не Maybelline, чего? Palmolive, типа, вот. Поняли, да, мыслю? То, что вот голос как будто один в один. Как будто реклама какая-то. Ебать. Они там не подожгутся? Или что с ними? Ой! Ну-ка ебни! Ну-ка ебни! О! А, он на женщине стоит, блядь. Я не засмеялся, если что. Он ее будет, блядь. Oh, what the hell? Ай-яй-яй-ой. Ой-ой-ой, я сейчас затоп, походу... Это баянчик. Было. Вчера моя мне возразить решила. Так я как въебал нахуй. Чего? Ты поднял руку на свою девушку? В смысле поднял? Она периодически меня пи***.
пи***ов выхватывает, чтоб шелковая ходила. Вчера... Сука, блять. Пошел отсюда нахуй. Бегом, блять. Ладно, еще. Еще два. Ну, мне одни мемы начали попадаться, так нечестно, блять. Блять, я тебе не швейцар тут, ёб твою. Алё, ну чё, когда подвес? Кого ты знаешь из боксёров? Ты сексуально выглядишь. Что, блядь? Слава богу, я туда не поехал, блядь. А чё ты сейчас заплачешь? Полевых цветов и ночи. Что это, блядь, было только что? А, это хуйня? Так, ладно, еще один. Классно, когда бабки существуют на карте. Не, ну от тебя, вот от кого, от тебя не ожидал, конечно. Забуду тебя. Тихо. Прикольный арт. Тихо. Не было. Что? А в натуре трактор упал. Это как в этом, как в тачках. Что за хуйня? Ебать, чекай прикол, что. Девочка! Лёля, ты не еб... Ну-ка! Кто в доме хозяин? Я? Ты что? Ну, я просто... Ну что за пиздец, блядь? Так, ладно, еще... Ладно, давайте еще 10 минут, чтобы было ровно 4 часа. Достаю из штанлета очень длинный пистолет. Из кастрюли сел котлета. Чё за брата? Это ужас, пока стану лучше этим. Бля, боже, помогите мне, нахуй. Что за пиздец? Я не успел вернуться и посмотреть тиктоки. Что это, блядь? Было. Смешнее там, где меня это самое нейросетью сделали. Какая. Подожди, что там было? Я взлетаю, как ракета для меня. А, я буду, Денис? Денис будет? О, Тоха. Блин, пиздец, трек старый. Блять, ну где Денчик? Всегда забывают. Поплачь, квадробер, что, блять? Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я собираю сковородки на зоне. Ебать! Вот это сральня. Как слезть? Не, вот на таком бы... На таком еще можно. Пиздец. Пиздец. А вы знали? Что да вы меня потом спрашиваете, почему я тиктоки не записываю, блядь. Работает лучше, когда она включена. Отправь да ну нахуй. Пому, друг. Прикиньте, и такое было, блядь. А что за хуйня? У меня подборка старых трендов, блядь, или что? Помните, даже реклама вроде была такая,
реклама ТикТока в ТикТоке попадалась, блядь, или на Ютубе где-то. Вот там, где вот какая-то женщина, блядь, а вот так, о-о-о, вот это вот хуй делала. Мюзикли еще даже вроде. Это мы съездили, забрали лисичку. Прям рос. Нихуя. Капец. Ебать, тут лисички. Это мы съездили. Пацаны, в понедельник анонс тура. О. Вот вам... А ты можешь сказать, сколько городов будет? Да, 30. В честь задержки будет еще один... Нихуя не понедельник, короче, понятно. Первый вопрос. Назовите месяц вашего рождения. Август. Мой ответ – январь. Если вы ответили так же, увы, вы выбываете. Вы проиграете, если скажете то же самое, хорошо, что и я. Вопрос номер два. Зажмите кнопку комментариев и выберите смайлик. Ох, смайлик в крутых очках. Если вы выбрали этот смайлик, вы выбываете. Третий вопрос. Какой процент заряда на вашем телефоне? 31. Обязательно сохрани это видео. Мой ответ – 23%. Если я угадала, вы выбываете. Отправь видео другу, пусть тоже попробует пройти. Номер 4. Назовите любую видеоигру. Вот эта игра с судьей. Джаджи Сим. Я говорю, Дота 2. Если вы тоже, вы проиграли. Пятый вопрос. Назовите любой сезон в году. Осень. Мой ответ – зима. Если вы сказали то же самое, вы выбываете. Финальный шестой вопрос. Ты выбываешь, если не сможешь написать свое имя в комментариях с закрытыми... Да мне по***. Блять! И куда собрались? Я жую любимую жвачку. 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 Где Денис? Это что? Ебать, кухня. Конечно, я хотела тебя сжечь, но моя мама сказала, что мусор сжигать нельзя. Что за пи***ц? Он... Если ты сейчас один, нажми на клубничку внизу видео. А где клубничка-то? Мать сдохла от е... Блин, кстати, я зашел на тот чат, ой, на тот чат, на вот этот стрим, там что-то в чате пиздец был. Какой-то вообще ебаный. То ли его, блядь, не модрили, то ли хуй. Ну, там какой-то полный пиздец был в чате. Классно. Садись, прокачай. Ой, блядь. Что это за бренд? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Только гений сможет отгадать все бренды в этом да тесте. Да боже, легко. Логотип номер два. Gucci. Gucci. Логотип номер три. Mercedes. Мерседес, зажми кнопку комментариев и выбери любой смайлик, если ты пока еще не миллионер, но легко угадал первые три. Продолжаем. Средний уровень. Логотип номер 4. Rolex. Что-то посложнее, блядь. Dior. Dior. Логотип номер 6. Apple. Да ебать. Apple. Поделись этим видео с другом, который мечтает стать миллионером. Сложный уровень. Логотип номер 7. Омега. Омега 8. Логотип. Porsche. Porsche. Логотип номер 9. Ferrari. Ferrari. Если ты угадал все логотипы, поздравляю. Ты гений. Ставь лайк этому видео. Экспертный уровень. Последний логотип. Prada. Prada. Боже, блять! Я настолько умный, это пиздец. Отправьте меня в Оксфорд сейчас. Я там всех разъебу вообще. Нет, сижу живая и спрашивает. Вы живы? Померла я. С того света. Батлюсь. Может, нахуй Audi вот такую купить? А чё? Да еб... У нас сегодня три таких печенюшки. Сердце, мон... Я ещё раз говорю, выйди отсюда! Что ты выберешь? Плавленый сыр или твёрдый сыр? Плавленый. Long test. Level. О! Tahlahun. Halte deinen Atem. Подожди, а когда, блядь? Zwei, а во. Eins. Dallahun, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Dallahun.
гамбургер! Ня-ня-ня-ня-дю, ня-ня-дуну, ня-ра-биде, ня-ку-ня-ку, ня-ня... Хуп, легко. Пиздец. Две свиньи. Что? Ебать, он угрожающе смотрит. По экранчику. А чё все молчите? Так, Алиса. Стутимри. Расскажи анекдот. Ложь неприятнее всего, когда она глагол. И всё? Алиса, какая у нас завтра погода? Завтра в Житковичах вечером ожидается слабый дождь. А-а-а. Температура плюс 11. А я думал, Житковский это чел. Слабый 3-4 метра в секунду. А-а-а. Порывы 10 метров. Блять. Если ты сейчас... Вот смотрите, стоят, ебать. Настикс, Соникс. Настикс, Соникс и Дашикс. Ладно, у меня такие же шорты есть. И что, блядь? Вообще, на самом деле, они хуйня. У них вот эти карманы, которые спереди, блядь, и в них что засунешь, потому что они как-то неудобно, блядь. Посередине, да, посередине Горилыч, блядь. Не это, как этот, блядь? Да ебать его, короче. Распаковка, чек. О, нихуя. Миньон Бабл Ти. Какого хуя? Это охранник там ездит? Какой ты электротератор по знаку зодиака? Старый, ну чё ты? Сымите, пожалуйста. Как на английском сказать магазин? Шоп. Тест. Кто из вас... Да что за... Принцесски, красавицы мои добрые. Вы не разбираетесь в футболе, если... Я ем абрикоса. Почему мне с этой хуйни смешно стало? Что за хуйня? Так, ладно, все, надо уфать, блядь.